ظاهرها روح. Здесь заметить. На куски порву! Беги. Ну! Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами. Не боишься, Грек? Я Байка Сивы. И я боюсь только за Египет. Слушай, Сивы, я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, псы Птолемея уже обречены. Твоя помощь мне тоже пригодится. Джай, поторопись! Путь назад свободен, но у меня есть одна просьба. В лагере тебя ждет Хинут. Ты должен будешь защитить ее людей. Ты спас мне жизнь. Даю слово, что помогу ей. Передай также, что я иду в форт Бубастис. У меня есть дело к командиру. Ты идешь против целого гарнизона? Ты спятил? Возможно. Я же Байка Сивы. Эй, ты! Стой! Какое удумать! Горны, голоса! Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Конец его злодеяния. Найду Хатифреза. Вот и все. Прекрасно.
Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Хатифрес, вспомни, что значит твое имя. И что значит быть мужем? Знаешь, Шадзи, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады. Байек из Сивы.